такие у нас щеночки. На передержку вот у Мадины живут. Были найдены на колодце вот те самые, которых кормили. Потом не забрали, они исчезли. Вот их нашли и привезли на передержку. Вот они, два мальчика. Поставлены первые прививочки им. Вот, малыши будут крупные, судя по лапкам. Вот, и Дунька пришла, ага, нюхать их. Вот, такой вот беленький мальчик. И вот такой вот у нас рыженький мальчик. Вот они. Кучки, вот они. Кутята такие, кутята мои. Вот они, малыши. Ну, пока боятся, конечно. Пока боятся, поэтому нужно их прям социализировать. Сейчас маленько скажи, пообвыкнуться. Со всеми, скажу уже так, с собачками познакомились. Дружат уже, да? Ну, кто вот здесь нюхать. Вот так вот, ну, уже не боятся. Ну, хорошо. Такие малыши нам, конечно, надо пеленки, потому что они вот так вот их угваздывают. Мы вот сейчас привезли пару пачечек. Вот. Им нужен дом. Сейчас они пройдут вакцинацию, потом будет вторая прививочка, и потом мы им дом будем искать. Но если кто-то захочет сейчас взять, тоже рассмотрим вариант. Вот такие вот ребятишки у нас. Да, скажем, на содержание в доме пока. Да, да они пока в доме живут. На улице их не пускают, потому что, ну, чтобы ничем не заразились. Ну, да. Прям медвежонки. Ага. Вот это вообще прям Миша белый. Плюшевый, ага. Да, хороший мой. Ну, и это тоже симпатяшка. А это даже как-то так, чем-то на боксерчика маленькая, да. Мордочка такая. Лапочки такие плотненькие у мальчиков. Чего такой ты там гавкаешь, а? Чего такой? Ну, вот такие ребятишки. Пока побаиваются сильно. Слепкин мой. Маляшкин. Вот будем мыть сегодня. Вот такие ребятишки они, такие зайки. Зайки, зайки. Не бойтесь, не бойтесь. Вот они ребятишки такие. У этого хвостик коричневый. Ну, это да, какой-то прям бежевый. У него вокруг глаз белый, а там это, ну, походу, может, лаечка там. Какая-то смесь есть с лаечкой. Ну, ребятки мои. Ну, привет. Здорово. Привет. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Да нет, нет, не бойтесь, не бойтесь. Красивые. А то все такие, конечно, мелковатые. Эти прям видно, если ну, даже по два месяца где-то, да. Прям даже крупненькие. У того у нас брюли висят. Вот ну, вот я что и говорю, у него прям что-то вот есть. Я говорю, если бы ушки убрать и хвостик, может, даже что-то и получилось бы. Ну, он, конечно, тоже там шерсть сменит. У этого прям как маска такая берет. Ну, что, пойдете куда-нибудь? А, ребятки. Ну, тут открыто сейчас, конечно, они туда рванут. Люську выселять с угла. Потом сюда идет. Ее место занимает, она ворчит. А там ковер остался у меня еще старый. Не убираю пока. Вот они там на ковре. Ребятки. Так. Вот они. Вот. Так, напоминаем, что нам сильно нужны пеленки впитывающие. Потому что вот они живут в помещении, ходят на пеленочки. Поэтому нам они очень нужны. Но щенки, конечно, я бы сказала, пока асоциальные. Вот. Нужно их социализировать. Вот они, мои малыши, такие малыши. Да, малыши, да куда вы там все прятаться вам надо, а?